Матч Рабона Сиап, Кирилл Зотов, Дмитрий Скороспелов. Поздравляю вас с победой, команда 2-0 выиграла. По счету, в принципе, может быть, довольны. А что касаемо игры? Ну, хочу сказать спасибо сопернику за игру. Что касается игры, ну, наверное, как таковой игры сегодня не было. Было такое перекатывание мяча с одной стороны на другую. Просто у нас получилось там 2-3 раза взорваться, ну и мы свои моменты забили. Соперник имел там один полумомент, и, в принципе, больше особо нас не напрягал. Радует, что мы сыграли на ноль. Ну, наверное, в целом вот по игре вот так скажу. То есть, прямо чтобы я был доволен, такого не сказать. То есть, ребята играли еле-еле, я думаю, что они там сильно даже не вспотели. То есть, тут такая утренняя игра, я скажу так, либо не проснулись ни те, ни другие. Хотя погода позволяет бегать, и наоборот, чтобы было много сил и энергии показать. Но, кроме как результата, больше довольным не быть нельзя ничем. Дим, у вас третья игра, третье поражение. Если в первых двух хотя бы удавалось создавать моменты, то в этой игре моментов практически не было. С чем это связано? Не знаю. Ну, у меня нет ответа на этот вопрос. Все очень плохо. То, что во втором тайме ты пошел в нападение, это уже такая тренерская задумка или уже от безысходности? Наверное, от безысходности. Ну, это я играл в опорной зоне и просто туда подключался, ну, ситуативно. Не более того. Есть варианты, за счет чего выход из кризиса найти как-то? У нас вот эти вратарь. Я не знаю, не, шутки шутками, но это все. Нужно думать. Я, по-моему, на прошлом интервью говорил, что надо что-то думать, что-то придумывать. Мы пока, видимо, ничего не придумали. У нас опять там новые лица, которые играли в Суперлиге. Которые были с нами, вот, которые просто не доезжали, не знаю, по каким-то причинам. Вот, и они тоже сегодня не помогли, не знаю. Ну, мы пытаемся найти новые резервы, но третья игра подряд с нулем. Кирилл, если абстрагироваться от игры, победа придаст сил команде для дальнейшего продолжения борьбы? Ну, будем надеяться, что придаст, потому что хотелось бы, чтобы ребята как бы тоже все поверили, что если, ну, брать три игры, что мы сыграли, с Пингвинс нам, откровенно говоря, не повезло. И была неплохая игра. Барракуда и меня, я отсутствовал, у меня была игра у детей. Вот. Но то, что я видел фрагментально, это была одна из худших, наверное, матчей, то, что было. Но хочется, чтобы ребята относились более ответственно к себе, сами к себе, к тренировочному процессу, начали не уходить. Тогда, конечно, я думаю, что уверенность будет не только в самом себе, а в тех действиях, которые они совершают с мячом и без мяча. Поэтому надеюсь, что эта победа даст стимул и еще больше импульс вперед. Ну, будем надеяться, что вас играющий придет, результат останется прежними, вам не давать и стараться бороться в каждом матче. Спасибо.